Чтобы чувствовать себя хорошо, нужно обязательно для меня нужно общение, разнообразное общение, чтобы вот извне в меня приходили новые впечатления, новые какие-то, не знаю, может быть, отголоски идей, которые вот они потом во мне прорастают. И то есть кто-то берет это, может быть, более такие, скажем, люди-наблюдатели, наверное, они могут взять это от путешествия, от природы, да, но я это беру исключительно от общения с другими людьми. Но, естественно, нужно себя в физической форме очень хорошей поддерживать, чтобы ты постоянно был как батарейка, ты в любой момент мог бы отдать всю вот эту энергию. То есть появляется какой-то проект, и ты все вкладываешь в это. Вот я сейчас готовлюсь, у нас осенью в театре планируется очень масштабный такой проект, осенний марафон. Там много разных концертов, абсолютно разных тематик. В частности, я участвую в трех концертах. Один ретро-концерт, то есть там очень специфический репертуар, специфический образ. Один концерт с Мишей Озеровым, это финалист «Голоса» 4-го сезона, мы делаем на двоих. Это те вещи, которые он любит, те вещи, которые мы вместе поем, и те вещи, которые мы пели на проекте, и какие-то новые свои авторские. А еще один концерт — это песни Высоцкого. Это вообще для меня вот точный эксперимент. Для меня как человека, который воспринимается сейчас исключительно как сиреневая фея, песни Высоцкого. На самом деле для меня это очень интересно. Я люблю такие искренние вещи. И хочу в этом тоже себя выразить. Вот, и вот я сейчас аккумулирую как-то энергию, чтобы осенью можно было это выдать все. Потому что три концерта — это только, ну, так скажем, зерно. Потому что с этим ведь связано очень много разных встреч, каких-то репетиций, каких-то там интервью, каких-то всего, что с этим связано на самом деле. Новых знакомств с музыкантами,